Я Елена Пануш, вице-председатель нашей партии. Но прежде всего, я простой гражданин Республики Молдова. Я мама. И как у всех матерей мира, у меня есть заветная мечта, чтобы наши дети всегда были рядом. Чтобы здесь, в Молдове, они строили свое будущее, рожали детей. Ради этой заветной мечты я всегда борюсь, боролась и буду бороться. В 2014 году я присоединилась к команде Рената Усатова, истинного патриота Молдовы. Все эти годы мы отстаивали справедливость, интересы простых граждан. Мы противостояли беззакониям власти, которая нагло врет, фабрикует уголовные дела, сеет страх в сердцах невинных людей, крадет миллиарды, чтобы жить в роскоши, строить себе замки в Кишиневе и виллы за границей. Мы не сдались, не сломались, не отказались от мечты жить в свободной стране. Я кандидат нашей партии по избирательному округу номер 3 Единцы. За моей спиной поддержка лидера нашей партии Рената Усатова, моих коллег по партии. Но сегодня мне очень нужна ваша поддержка. Я могла бы прийти к вам с большой и красивой предвыборной программой, полной обещаний о зарплатах и пенсиях в десятки тысяч леев. Но я не буду вам лгать, потому что это ниже моего и вашего достоинства. Я обещаю лишь одно. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы Молдова стала страной, в которой хочется жить. Я убеждена, с вашей поддержкой и вашим доверием мы способны свернуть горы. Я верю, Молдова будет свободной.